Ну и пока полицейские вместо исполнения прямых обязанностей наживаются на чужом имуществе, в мирных городах из-за неконтролируемого потока оружия гибнут молодые люди. В Виннице из-за взрыва гранаты погиб 20-летний военнослужащий, еще один получил ранение. Пострадали также двое гражданских, парень и девочка-подросток 16 лет. По предварительным выводам экспертов, взорвалась граната. Следователи уже выяснили, что бойцы приехали в отпуск с учений на полигоне «Широкий лан» в Николаевской области. С собой они прихватили несколько взрывоопасных сувениров. Полиция изъяла патроны, стреляный тубус РПГ, две дымовые шашки и запалы гранат. Военный хотел похвастать перед друзьями своими трофеями, но в момент, когда доставал гранату из рюкзака, она взорвалась.